последних акций Вашингтона, в частности, практически непризнание. Он был осужден по делу реставраторов. На магистрали сейчас 6 баллов в центр шоссе энтузиастов, 4 из центра проспект Вернадского, в обе стороны 4 балла Ленинский проспект. Свергнуть законно избранного президента назвать нельзя. А чем вы объясните тот факт, что в
да? Thank you.